Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 461. И нам нужно вычислить и пункт А. 18384 плюс 19847 умноженное на скобку 384 минус 201 минус 183. Расставим сначала порядок действий. И действия будут выполняться в первую очередь в скобках, а последнее действие будет умножение. Первое действие будет у нас в первой скобке, второе и третье действие будет во второй скобке. Ну а четвертое действие умножение. И первое действие 18384 плюс 19847. 4 и 7 – 11. 1 пишем, 1 в уме. 8 и 4 – 12. И 1 в уме – 13. 3 пишем, 1 в уме. 3 и 8 – 11. 1 в уме – 12. 2 пишем, 1 в уме. 8 и 9 – 17. 1 в уме – 18. 8 пишем, 1 в уме. 1 и 1, 1 в уме – 3. 38231 в первом действии получили. Второе действие. 384 минус 201, можно устно посчитать, это будет 183. А 183 минус 183 будет 0. Но вообще, по правде говоря, можно было бы и не выполнять первое действие, потому что любое число, умноженное на 0, будет 0. Поэтому можно было сразу посчитать значение выражения во второй скобке. Получили бы 0, можно было бы не выполнять сложение в первой скобке, а сразу написать ответ 0. Пункт Б. Давайте в пункте А, чтобы уж по всем правилам было, четвертое действие мы запишем, что мы 38231 умножали на 0 и получили 0. И второе. То есть второй пункт, пункт Б. 2839 минус 939 и умножить на 577, деленное на 577. Здесь первое действие в первой скобке, второе во второй, третье умножение. Причем в первой скобке мы получаем 500, то есть во второй скобке 577 деленное на 577. Любое число, деленное на, само на себя, даст нам единицу. Поэтому можно сразу написать второе действие. 577 деленное на 577 будет 1. Первое действие. 2839 минус 939 будет 1900. И 1900 умножить на 1 будет 1900. Любое число умножить на 1 будет это же самое число. Давайте третьим действием напишем, что мы умножали числа 1900 и единицу и получили 1900. Выполнили задание 461. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопросов, предложений или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.